Дорогие друзья, сегодняшнее видео называется «Лисичковый квест» или «Лисичкин квест». А почему он так называется, вы увидите в этом видео. Что нас встречает в лесу? Зеленушки, наверное, это. Ой, серушки, но они червивые. Большая тоже. Ой, какие лисички. Большие лисички. Лисушечка вон какая большая. Сегодня воскресенье. 29 сентября. У нас прошли дождики. Прошло 2 дня таких обильных, хороших дождей. Надеюсь, сегодняшняя наша грибалка будет удачнее предыдущей. Будут грибочки. Ну, опять же, как обычно, скажу, что в лесу просто здорово гулять. Мы в Печорском районе, моем любимом. Дышим и любуемся. Предлагаю и вам. Ой, под ноги надо смотреть, не вперед. Аккуратно. Аккуратно, не отвлекаемся. Сторонам бережем ножки. Да, как-то надо на тропинку, а то тут идти не очень. Двигаюсь к своим канавкам обычно. Смотрю, что возможно. Идем вдоль канавки. Вот какой ежовик гребенчатый, большущий. Размером с мою ведерко. Что есть, будем смотреть вместе. Поднялась на центр. Идем любуемся. Сбоку ежевички. Что тут есть? Козевичок нам попался. Козленок. Червивый. Козлятки новые выросли, молоденькие. Возможно, они чистые. Они вкусные и в мариновании, и в солении. Только цвет у них синий-сиреневый. Эти побольше червивые, маленькие, чистые. Лисички. В лесу, ой, сколько лисичек, какая дорожка. Лисичек. Ой, видимо-невидимо. Сейчас я нарежу, вам покажу. Режу и снимаю. Так, вот еще тут лисички, сестрички. Еще. Все маленькие брать не буду. Только такие, сантиметра по 1,5-2. Это раздавил кто-то. Вон еще тут лисички. Лисичек много. Еще. Еще. Прирусь пока. Вот. Такие лисички. Кто-то резал зеленухи без меня. Козлятки. Еще попытаем счастье. Этот чистенький. Этот червивый. Как всегда. Один-один.
Козелечки вкусные, грибочки сладенькие. Редко надо, совсем молоденькие. Смотреть, может, вот этот чистый, этот чистенький. Зеленушечка песочная, песчаная зеленушечка. Она чистая, из песка, прям вся хрустит. Песочек обмох немножечко, потереть чуть-чуть. Вкусняшка. Зеленушка выросла, еще одна. Молоденькие, чистые у них ножки только как раскрашиваются, они не червивые. Ветра нету, жучков пока нету. Свежо, но не жарко, не холодно. Не холодно, не жарко, очень здорово. Зеленушки закопались, как их отмывать от песка, даже ума не приложу. Может, у кого-то есть специальный рецепт. Они все в песке. Долго-долго вымачивать, промывать под проточной водой. Все равно на 100% отмыть очень сложно. Ой, тут лисички на той стороне канавки. И тут, и тут. Соберу, не брезгуем мы теперь лисичками. Тоненькие эти на солнышке росли. Тонюсенькие, поджарились. Нежирные лисички. Мясистые, мясистые в мху. Где много влаги. Питания им хватает. А здесь так. Ой, ветер какой. Ничего себе, какой ветер. Вот это да, я думала, поезд. Ой, по иголке посыпались, смотрите. Как дождь. Иголки посыпались. Такой сильный ветер подул. Да, осень настоящая прямо. Прямо настоящая осень. Лес все равно чудо. Еще лисички. Еще лисички. Еще лисичка. Маленькие вылезли, хорошенькие. Я думаю, что они не только бельконожки. Вылезли. Голубиться надо будет вдоль леса. Семейка. Этот чистый. Этот чистый. Этот червивый. Этот чистый. Вот лисичек сколько. Много. Раз. Два. Вот что выковырить так. Еще вот здесь. Прелесть нашлась. Ой, отломились половинки. Еще
Надо их освобождать от веточек, а то они растрескиваются, пока их тащишь. Очень хрупкие лисички в этот раз. Не такие эластичные, более сухие, наверное. Ну да, лисички нашу поездку вывозят за грибами. В основной массе одни лисички. Ну, правда, и в лесу-то всего 10 минут. Но все-таки. Вот. Ну, еще лисички. А. Ха-ха-ха. Да. Уж. Это чтобы вы видели, в каких условиях приходится собирать грибы. Кто-то под видео писал, какой у вас чистый лес. У нас бурелом. Всех собранных, увиденных мной лисичек я вам не показала. Но масштаб вот этой полянки вы должны оценить. Смотрите, вот. Вот, это все под мхом, его будет больше. Там в канавке. Смотрите внимательно, это все грибочки. Так, оставлю я здесь ведро. Прошла вот здесь. Сумасшедшая полянка. С лисичками, смотрите, сколько их. Это не маленькие лисички. И вот там еще слева. От этих. Здесь сухие, старые. А здесь, где я, вот голова закружилась. Где-то видела. А вот, смотрите, впереди. Ну, сейчас я соберу все и покажу, сколько получилось в ведре. Двигаем палочки. Собираем. Вот такая красота. Все, обрезать надо. Да, лисички, если есть, проблем нет набрать ведро. Главное, чтобы они были просто в лесу. Да, такой большой полянки у меня в этом году еще не было. Сразу скажу. Ой, наступила сама. Не сильно. Тут под листиками, под мхом еще. Я сейчас здесь поверху сначала, здесь внизу еще. Здесь эти старенькие мы брать не будем, они не старенькие, плесенью покрылись. Так, сюда идем, на эту полянку, откуда начать собирать. Прям даже и не знаю. Вот так поставлю я камеру. Старый не будем. Он не старый, он заплесневел почему-то. Здесь не обрезала. Вот. Так. Я еще в канавку не зашла. Здесь еще и маховик. Вижу. Вижу маховика. Так, перелезть через деревья надо. Вначале вот. Маховик, это козевичок. Ой. Помогите мне перелезть. Эти деревья. Так. Козевичок. Ой. Думала, маховика, и тут несколько, вон они какие красивые. Сейчас посмотрим. Да, какие ножки толстенькие, чистенький какой. Козевичок.
какой красивый. Ну, наверное, эти тоже, наверное, чистые. Тут у них такие дырочки, нет, чистые дырочки. Нет, этот червивый, хотя нога чистая. Ножки. Ну, дома разрежем. Ненужное выкинем. Какие проблемы? Так, все. Козевичков мы собрали. Где-то были лисички. Где я видела еще? Солнышко светит. Это здорово. А вот, да, здесь дурь. Это лисички видела еще. И еще в канавку надо будет залезть. Тут в канавке лисичек тоже было много. Здесь еще береза или сосна. Сосна. Осина, ой. Вру, как пули отливаю. Так, здесь вроде все. Это маленькая осиновая. А здесь это белый был. А нет, поганка. Осиновая маленькая полянка. Ой, ну поваленные. Сами сломали. О, что там в канаве? Вон там в канаве. Видите, вдалеке. Сейчас я увеличу. Вон, видите, тоже лисички. Сначала я пойду здесь вовнутрь пройду, в канавке. Там тоже лисички я видела. А потом получится у меня туда подняться, спуститься. Не знаю, посмотрю. Как выключать? Здесь такой большой маховик. Может, он еще чистый, а как вырвало деревья. Все-таки ветра были тут. О, червивый, конечно. Чего я хочу? Чудес каких-то, маленькие червивы. Да, я шла за лисичками. Вот по этой канавке брелонной. А лисичек всего тут две. Надо было в другую сторону, где много. Ну, мы сейчас пролезем. Ведро не потерять бы. Приходится лазить по брелому. Брелом получается. Ну вот, лисичек у меня уже так хорошо душевно. Ведерко по весу чувствуется. Лисички, как сказать, мясистые, тяжеленькие. Там на открытом местности были лисички. Легенькие. А здесь... Ну, здесь не очень видно. Надо как-то мне в ту сторону, где я видела много лисичек, пробраться. Как? По канаве, что ли? Или в обход? Умные герои всегда идут в обход. Попробую сейчас обойти. И квест-то у меня какой. Прямо. Прямо квест. Вверх-вниз. Переворот через паутину. Квест за лисичками. Да, вот в этой канаве я лисички собираю. Все, точно знаю. Назову видео «Квест за лисичками». Я думаю, что вы будете не против. Маленькие, молоденькие выросли лисюшечки. Молоденькие. Ну и не молоденькие, хорошие. Они все свеженькие. Ой, тут что-то по деревьями. А там, что я вижу, какая поляночка здесь желтенькая. Да-да-да, только ну, это у нас поляночка. Но все равно интересный грибок. Так, в канаву сейчас мы проберемся. Сверху. Аккуратно. Маленькие совсем, мульчи-пульчи. Брать не будем, а те, которые сантиметр плюс... Шляпочка. Те, конечно, буду резать. Покатились тут как бы канавка на вершине канавки. Или на склоне канавки. Я режу лисички. Сейчас перейду на другой берег. Так, маленькие оставляем.
Вот еще на другом склоне, а здесь вон еще и еще впереди прямо канавка. Супер бонус. Так, видно поставить, чтобы оно по наклонной не упало еще. Чтобы оно еще не упало, пока наклоняюсь я туда-сюда и на наклонной плоскости. Так, на скате, господи, совсем. А тут зеленуха. Нет, сыроежка, но она, во-первых, червивая, во-вторых, пластиночки развернулись совсем. Вот здесь эту маленькую я срежу. И дальше вдоль канавки, там еще видела лисунечки. Вот еще. Да, без обрезания. Сколько в течение, сколько, 5 минут, наверное, я в эту канавку, на эту полянку встретила. Вот, смотрим направо лисички, смотрим налево лисички. И впереди лисички. Так, сейчас обрежу, выключу пока. На горку чуть выше, чуть ниже, чуть выше. Все, в лисичках. Так, я-то размахнулась, сказав, что с этого квеста я соберу ведро. Как было полведра, так и есть, только чуть тяжелее стали. Может, они уплотнились. Но смотрите, что мы прошли. Вот такая интересная была канава с буреломом. А я повернулась назад, еще где-то увидела несобранные лисички. На этой стороне. А, вот здесь, вот. Смотрите, здесь внизу, в норке. Чья норка, даже страшно. В норочке лисичка. И где-то еще. Нет, это листик. Так. Вон еще впереди. Будем собирать дальше. Так, вот под деревьями, под этими обходить я не планировала. Надо пролезть. Ой, 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 ой. Кряхчу, перелезла. Вот такие вывернутые деревья. А где я лисички-то видела, Семен Семенович? Ужас. А, вот, господи, и вот внизу, и вот здесь. Так, собираем дальше. Собираем, собираем. Ой, как мне перейти-то опять? Семенович, ой, помогите. Выключу. Дерево это мне пришлось подняться, не перелезть через него. Я и спускаюсь опять вниз, вверх, вниз, через деревья. И лисички продолжаю собирать в этой канаве. У нас в этом году все грибы, основная масса, изобилие основное по канавкам. По канавкам. Лисушки. Хорошо они. Все скапливается влага, видимо. Видимо, скопилась влага в канавке. И грибочки в засушливое лето решили переместиться сюда. Так. Дальше идем по канавке. Вот. Вот. Так, так, еще лисичка. Они маленькие и укладываются плотненько. Ведро тяжелеет, но объема не видно. Не буду пока больше снимать. Вот смотрите, сколько их. Вот еще. Вот еще. Ну как не снимать? Просто много в разных местах. Просто натурально лисичковое безумие. Натурально. Еще один лисенок. Лисеныш, а вон еще ответвление из канавки. Еще лисеныш. Да, пока я здесь. Вы не поверите. Рука бойца колоть устала. И ядром пролетать мешала гора кровавых тел. Понятно, что
кровавых тел у нас не было. Желтенькие лисуньки, но канавка пройдена. Не до конца еще. Вот здесь наверху также. Я шла по низу, а здесь наверху такое же изобилие лисичек. Я думаю, что если я загляну сюда, здесь то же самое. А какие там внизу красавчики. Какие экземпляры. Все, не ухожу никуда пока. Вы скажете, что делать? Что делать, друзья? Все в лисичках. Все просто. Как так-то? Как так-то? Под листиками они. Не под листиками, под палочками. Упавшие осины. Вон еще. Вон еще. Так. У меня. Где еще? Лисички, пойдем. В канавку опять. Да, ведро уже таскать. Все тяжелее и тяжелее. Надо спуститься в канал. Спуститься не просто. Сейчас я сюда соберусь под это дерево. Красоту покажу. Да, тут все затруднено. Съемка затруднена. Потому что. Ой, зацепилась я. Хвостом. Волосами. Зацепилась хвостом, да. Смешно. Так. Ну, всех не соберу. Лисичек. Пусть кому-то еще останется. Как все выбраться-то тут? Здесь мне не перелезть. Ни высоко, ни низко. Выше пояса. А вниз не залезть. Сейчас вылезаю наружу. Из домика. Гудят деревья, как скрипят. Гудят. Ой, спасибо, канавка. Спасибо, лес. Все было прекрасно. Пол ведра как было, так и есть. Чуть больше. Очень тяжелое ведро. Они как-то все ровненько улеглись. Утрамбовались. Очень приятно. А это у нас что за грибочек? Подосюшка, наверное, или подберезы. Выцвевший цвет. Да, выгорел. Подосиновик. Но сухой и старый. Уже вид у него такой. Не червивый этот центр тут от слизня. Но такой нам не нужен. Что за грибочки? Это свиняшки. Свиняшечки я возьму для тети Марины. Она их собирает. Для засолки. Для засолки возьму. Несколько свинушек. Она сказала, что зеленушки и свинушки. Маленькие, аккуратненькие возьмет. Не боится интоксикации. Мы как-то уже, наверное, лет 30 не собираем зеленухи. Ой, эти. Покажу. Свинушки не собираем почему-то. Где-то мы прочитали, что они накапливают тяжелые металлы. Ну, раз я грибы собираю для разных людей, поэтому я беру и зеленушки. И свинушки. Нет, зеленушки для себя возьму. Посолим. А свинушки возьму. Марина, привет. Нет твоих колпаков, не видно. Свинка маленькая. Опять-то? Неужели?
Сейчас посмотрим. Нет, не опять, очень похоже на опять сверху. Но не опята. И пахнут, нет. Пелериночки этой жабошечки вокруг ножки. Это не опята. Ничего себе, сменили локацию. Это козевик, что ли, такой огромный? Или белый? Я не понимаю. Неужели такие козевики бывают огромные? Точно. Вот это да, большущий какой козевичок. Червивый, естественно. Но большой какой. Даже думала, что это беленький. Вон, беленький какой. Или это вывернули? Вот нога. Наверное, вывернули шляпку просто кверху. Да, белый. Ежовички тут. Ежевонечки. Белый. Большой свернули. А вот это маховик или зеленуха. Маховик. Маховичунька. Червячунька. Маховичунька. Хотим маляська. Да. Ой, погодка радует. Друзья мои. Мое еще одно любимое место. Погодка чудесная. Вперед навстречу приключениям. Птички поют. Солнце светит. Сказка в лесу. Вот они, мои няшечки, зеленяшечки. Смотрите, это же зеленяшечки или серушки. Сейчас порежем и увидим, что там сзади, белые или зеленушки. Марина, привет! Это трещинки. Зеленяшки, смотри, сколько их много. Что-то желтеет впереди. Наверное, лисичка. Да, точно, вон их тоже так же, как и на той полянке, но не так в таком количестве. Но имеются лисунки. Зеленушки 3 штуки всего чистых. Остальные все сухие какие-то, потресканные. Здесь лисички. Есть подмховые, как подъеловые. Ой, какая красота. И смотрите, тын-тын-тын. Это все я раскопаю, и все будет в увеличенном масштабе. А вон там еще желтенькие. И вон, смотрите. Ноги какие еще остались длинные. Вот столько лисичек с этой небольшой поленусечки. Лисичек в этом году только ленивый не набрал. И тот, кто не любит лисички. Очень много лисичек. И они буквально не исчезали. Были полосы с белыми. А лисички были буквально всегда. Каждый раз мы приезжали, если нет белых, или они червивые, лисичек мы набирали. Так что спасибо, лес, за красоту, за вкусноту. Ну, не чудо. Не чудо разве? Лисичка вечная. А тут их 2, а то и 3. Вот они как тут по мху прячутся, мокренькие, но не старенькие. Зеленухи 2. В прошлом году 1 большая сросшаяся. Вон она какая, толстая нога. В ноябре мы собирали частюшка. Марине привет. Зеленуха просто улет. О, я ж говорю, поляночка моя. Моя подосюшечная, моя радость.
Моя радость. Красноголовиковая. Всегда хоть один подосюшечка, но тут есть. Как я ее открыла несколько лет назад. Когда один подосиночек, потом другой. Как я визжала от радости. Ой, сейчас очень приятно. Супер грибок. Лисички, кого-то кто-то рассыпал. Вот рассыпали на дороге, шли и посыпали. Пуговички большие. Вон еще там желтенькие. Вон лисичка. Я думаю, что не одна у нас здесь, на этой солнечной полянке. Вот еще. Как их тут? Тут за грибочки. Ой, опять такие чешуйки. Лисички начинаются в этом вороломе. Заглянула в вороллом, что это за грибочки здесь растут. Их тут много. Мы такие не едим. А вон там еще одна. Вижу впереди. Торчит краешек из мха только. Как вы видите, разный лес. Здесь лисички растут глубоко во мху. А канавки мы собирали, они в открытом были. Вместе они более низкие. Менее кудрявые, более гладенькие. Их, конечно, легче чистить, но размер у них значительно меньше. Здесь вот по всего чуть-чуть, пол ведра. А там я собирала очень долго, и ведро все не наполнялось. Вот они, тут одна лисичка, грамм на 100 по размеру, по толщине ножки. Три лисички и сковородка с картошкой.
Постепенно наполняется ведерко. Ой, какой. Ой, какие грибы интересные. Они натурально такого цвета, как на видео. Или они заплесневели, или они по жизни такие. Ножка беленькая, интересно. Сейчас я вам покажу поближе. Вот они. У них ножки такие, как у опят. Какие интересные грибы. Друзья, ходя по такому лесу в поиске грибов, я нож держу в ведерке сбоку, чтобы, если упадешь, зацепишься за корягу, не пораниться. У меня подобный случай был, когда я зацепилась за корягу и упала. Хорошо, нож успела откинуть в сторону, ведь можно было и повредиться. Берегите себя. Не балуйтесь в лесу. Потому что смотрим мы чаще по сторонам в поиске грибов. Под ноги не всегда получается посмотреть. Ну, либо под мхом деревья, ведь они падают. И под мхом закрываются, зарастают. А где-то гниют, где-то нет. Зацепиться, упасть очень просто. Да, лисичек здесь не так много, как про... Ой, опять жалуюсь. Только начинаю жаловаться, пожалуйста, получи фашист-гранату. Вон какая поляночка. Вон еще. Не жалуюсь я, лесной царь. Ой, чуть ведро не поставила на лисичку. Грибов достаточно. Я очень рада. Чудесная погода. Грибочки чудесные, красивые. Зрители мои радуются, я радуюсь. Сказка, а не лес. Просто сказка. Сюда зайдем. За лисичками. Сюда еще. Пожалуйста, сейчас хвостики обрежу. Что мы там видим? Идем по лесу. Вот здесь кто-то закопался. Маленький, аккуратненький. А кто-то срезал, ножки торчат. А вот здесь семейка. Милашек. Милашковая семейка. Ой, как я их разрушила. Запущено. Вот так выглядит ведро высушенных лисичек, упакованных в вакуумные пакеты. Ну вот как-то так.